Россия пообещала привести в ОСХА пострадавших от химоружия актеров. Российская сторона пообещала привести на заседание Организации по запрещению химического оружия тех, кто участвовал в подготовке провокаций в Сирии. Об этом заявил постоянный представитель России при ОСХА Александр Шульгин, передает ТАСС. Материалы по теме 05.43. 14 апреля бахнули, Трамп ударил по Сирии и отомстил Асаду за химическое оружие. Чем ответит Россия? Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.